Марьинка под Донецком уже несколько суток находится под обстрелами. Огонь ведется из танков, гранатометов и установок «Град». Несколько снарядов упали вблизи жилых домов. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. С ними общалась Ирина Шинкаренко. Звуки перестрелок в Марьинке не смолкают. Но по-настоящему жарко было накануне, когда на окрестности города обрушились снаряды из танков, арт-установок и градов. Мы считали, было 10 выстрелов с града, 10 залпов с града. Ну и вот начиная с Курахова, так с той стороны, и дальше до Пескова, вот так уписывало полукруг. Один из снарядов града разорвался посреди дороги в Красногоровке рядом с жилыми домами. Лишь чудом осколки не зацепили местных жителей. Все живы и здоровы, что стекла только полетели. Жители Красногоровки заколачивают окна и убирают осколки из дворов. А взрыв сильный был, ну, звук? Ну, как вы думаете? Если рамы туда ушли. Один из осколков града перебил линию электропередач. Правда, света во многих домах нет еще с прошлой недели. А когда тут был газ, люди уже и не помнят. Свечка и просвечка со дыму. И если только стреляет все, она так вот все. Сидю на кровати. Уехать Валентине Петровне некуда. Единственная радость женщины – голубятня. Но сейчас ее птицы постоянно напуганы. Они боятся, пурхают и в сарай текают. Сразу в сарай текают. Где-то все выпусты, покормы и закрывают их. Люди говорят, уже перестали прятаться от взрывов и стрельбы. Привыкли. Ирина Шинкаренко, Руслан Кузьгов. Специально для телеканала «Донбасс».